Вот. Будет видеоролик о том, почему Division Rivals говно. Почему Division Rivals это полное говно FIFA Mobile. Твою! Итак, всем привет, дорогие друзья, вы на канале RusFPS, и я уже опять влип. Сегодня я буду играть против легенд футбола, FIFA, в Division Rivals. Оказывается, тут целых 30 матчей, как в настоящей FIFA, и это, конечно же, неудобно, потому что я не смогу играть все матчи, вот. Это будет минусом для меня. Ну а так, в принципе, можно сделать три части из нескольких видосов или одну очень большую. Вот, в общем, вернемся, когда я забью что-то. Играю против рейтинга 90 на секундочку. А, здесь серьезно? Тут VS атака. Серьезно? Вот тебе и Division Rivals. Угу. Так, ну тогда будет видеоролик о том, почему Division Rivals говно. Почему Division Rivals это полное говно FIFA Mobile. Ну, ребят, вот серьезно, кто играет в FIFA Mobile? Ну, я знаю, что все переходите на PES сейчас, но кто играет в FIFA Mobile? Напишите, вот... Вам нравится, когда у вас недонатерский состав, и вы играете против мастодонта FIFA, у которых составы просто невозможные. Вам нравится? Мне лично нет. По крайней мере, да. По крайней мере, в равной игре я еще как-то могу противостоять мощным составам, и иногда это получается неплохо. Но когда у тебя состав, извините меня, говно, а у него топ, то это unbelievable. И, конечно же, получить Доннаруму я здесь не смогу. И, кстати, ребят, вы напишите мне, пожалуйста, здесь можно играть в равную игру? Я так понимаю, что нет. Только одна VS атака. Поэтому я и считаю, что... Вот этот режим, это полная фигня. Возможно, вы мне возразите, скажете, ну, Руслан, у тебя есть шанс получить крутых игроков. Такой Доннарума там все. Ну, конечно, я скажу, да. Да, у тебя есть шанс получить игрока 94, если у тебя есть в составе игроки 100+. То есть, FIFA, она всегда такая, она тебе вроде бы дает... Возможность что-то заработать, ну, наконец-то, хоть один гол. Возможность что-то заработать, так сказать, в этой игре. Ну, не материальное, а вот так, в смысле, вот. Ну, вы поняли. Вот еще один гол. Вот. А так, она тебе дает что-то, когда ты у нее уже что-то приобрел, купил. Ну, или у тебя уже что-то имеется. А когда у тебя нет ни хрена... Она тебе ничего не даст. Ну, в смысле, игра, разработчики. Ну, вы поняли меня уже, что это за дресня такая вообще. Не умею играть, скажете. Вот. Если сделать это событие, как в реальной FIFA, я так и думаю, сейчас запишу Division Rivals. Думаю, сейчас буду записывать все 30 матчей. Я думал, там матчи реальные будут, они будут реальные, но, к сожалению... Это не так. К сожалению, это не так. Гомес офигенно гол. И мне очень печально, что FIFA продолжает скатываться. Ну понятно, пока можно доить коров, нужно этим заниматься. Дефрел. Так, я уже заколебался с этими штангами. Они меня так раздражают. Ну еще и мимо. Вот. Ну, вот такой короткий видеоролик сегодня. Ну, а что вы хотели? А что вы хотели? Не всегда же я буду монтировать по 3 часа, еще готовясь к ЕГЭ. Я из-за видоса, кстати, не успеваю готовиться к ЕГЭ, поэтому... Я вот тут раз взял, записал тихонечко и выложил. Вот. Такой видеоролик короткий. Если вам... ваше мнение совпадает с своим, то можете поставить лайк.
подписаться на канал, если еще не подписаны каким-то образом на мой самый лучший в мире канал. Шутка. Вот. Можете написать комментарий, как вы относитесь к этому событию Division Rivals. Как вы, ну, как вы понимаете, вы такие смотрите. Офигенный игрок, Донарума, да. Но... даже за Элиту 1... Даже за Элиту 1 дают всего лишь... Сколько? Правильно. Всего 3 Элиты, 1 миллион монет и 100 жетонов. А я не знаю, насколько можно купить... Вот мой потолок, вот, бронза 1, да и то вряд ли. Вот, ну все, хватит уже болтать. С вами был, как всегда, RusFPS. Всем удачи, всем пока и до свидания. Все, пойду готовиться, уже надо что-то делать.